К нам едет дирижер. За пультом на концертах Новосибирского симфонического оркестра с нового сезона будет стоять Томас Зандерлинг, маэстро из Германии, который родился в Новосибирске, вырос в Ленинграде и имеет российское гражданство. Зандерлинг дирижирует оркестрами по всему миру, от Северной Америки до Японии. Он много работает над оперными спектаклями, записывает симфоническую музыку. С новосибирским оркестром маэстро хорошо знаком. Он неоднократно работал с ним во время европейских гастролей. В областном министерстве культуры отмечают, что с приходом нового дирижера репертуар филармонии претерпит изменения. У него есть огромное желание привести сюда новых молодых дирижеров, которые будут стоять также за пультом. Он не претендует быть все время стоять за пультом. И, конечно, хочет изменить концертную программу, репертуар и, естественно, подход к симфоническому абонементу, то есть изменить многое. Я думаю, что ему удастся.